Ну-ка, ребята, смотрите, какая шикарная черемуха цветет. Это я иду с работы, с автобуса. Это решила подойти поближе, поснимать. Просто обалденная черемуха. И как пахнет. Прям такая же, как у моего деда в огороде. В прошлом году снимала май на родине у себя. Ой, как пахнет. Обалдеть. Красотень. Вообще шикарно. Шикардос. Так, ладно. Идем дальше. Ой, господи. Кто-нибудь снимать, что ли, научил. Хрен его знает, что она у меня трясется, эта камера. А как она может не трястись, если я иду? Что надо делать? Руку к себе прижать или скотчем примотать, я уже не знаю. Или этот купить, как его, блин, палку. Селфи. Или как она там называется? Ё-моё. Вот сколько сейчас градусов в Москве? Градусов 25, наверное. Обещали 23 дождь. Дождя нет, слава богу. Фу, я иду с МКАДа. Там на МКАДе остановка. Я ехала на том автобусе, который не доезжает до моего дома. Он сворачивает на МКАД. А мне через мост. Вот вышла, решила прогуляться. Уж одну остановку-то я могу пройти, прогуляться. Зачем второй раз платить 30 рублей? Фу, вот еще черемуха. Вон там наверху еще. Так, ух ты, вот это тоже черемуха. Обалдеть. Красотень. Чуть мимо не пронеслась. Я же лечу, ничего не вижу. Ничего и никого. Вот как красиво. Березка. Такая березка. И черемуха рядом. Обалдеть. Травка зелененькая. Одуванчики. Красотень. Может мне пройти прям вот по между домами. Срезать угол. Тут дождь был вчера. Земля немножко сырая. Вроде сухо. Ух ты. А это цветет, как ее вишня. Такой шикарный куст тоже огроменный. Единственное, что я пчел боюсь. Но их что-то не видно. И так я их боюсь до ужаса. Одуванчики. Вот такие здоровые шмели летают. Пчел, слава богу, не видно. Фу, блин, с какой стороны магазин обойти? Посередине, что ли? Да. Вот, значит, прошла вдоль МКАДа и вышла практически к своей остановке. Там вот магазин только пройти. Вот я живу там на той стороне. Через переход подземный еще перейти. Тут вот тоже черемуха огроменная возле жилого дома. Так, я работала до 3. Сейчас время без 10:04. Ну, как раз пока я допилю, 4 буду дома. Вообще получается, что до работы я добираюсь час. Тут у нас пицца.
итальянское кафе какое-то. Пронто. Там пицца у них все дела. Так, я живу на той стороне. Уже мой дом видно. Так, это у нас магазин. Перекресток. У меня карточка тут есть. Хожу иногда. Редко, но хожу. Так, ладно, я дошла до своего перехода. Сейчас перейду через подземный переход. Я дома. Ладно, всем пока.